Ребята, всем привет! Хочу вам сегодня показать свой дендробиум, который я совершенно недавно покупала у Алины Шевченко в группе на Фейсбуке. Это очень интересная молодая женщина, которой маленькие детки, но она очень отзывчивая и очень такая, знаете, ответственная. Ну, вот этот дендробиум, я где-то подевала бирку, поэтому не могу вам сейчас ее показать. Я вам потом найду, все равно в обзоре своих дендробиумов я вам расскажу и покажу про этот дендрик. Пока он живет вот на этом вот бруске, как он пришел, так он и живет. Я боюсь его отсюда потрогать, потому что новых ростов я не вижу, корни у него живые, корни уже прижились к этому бруску. Ну, наверное, пока он так и будет находиться на этой деревяшке. Так вот, когда я покупала этот дендробиум, мне очень понравился еще один дендробиум, но финансы мои пели романсы, я его не смогла купить. Но попросила Алину, что если будет возможность, придержать для меня этот дендробиум. Вот он, Алинушка выслала мне посылку. Я была крайне тронута, потому что девочка мало того, что вошла в мое положение, но она еще и оплатила в качестве бонуса, что ли, в качестве скидки, она оплатила пересылку моей посылки. Ну, это было очень приятно, честное слово, я не ожидала. Спасибо, Алина, спасибо, моя родная. Группу я вам покажу, вернее всего, напишу. Номер телефона Вайбера тоже напишу, и как ее искать на Фейсбуке, кому интересно, это Украина, я вам напишу. Дендробиум в сухой оплетке кокоса, абсолютно сухой, мне нравится, что она пакует свои растения. Господи, опять звонки. Вот. Нравится, что она пакует растения в газету. Это, ну, на сегодняшний день это очень хорошо. Утеплителя еще не нужно, потому что температура воздуха у нас еще позволяет. Но газета своего рода как утеплитель, и как он втягивает, газета втягивает в себя лишнюю влагу. Поэтому газета сейчас это отличная упаковка. Я прихватила еще шалашисту. Про шалашисты я вам и про свой опыт с шалашистами я вам расскажу. Это не совсем простая орхидея, надо знать ее природу произрастания, для того, чтобы она хорошо и удачно у вас росла. Для того, чтобы понять ее, мне пришлось угробить одну шалашисту. Ну, вторая живет, и вот я купила еще одну. Хотела вам быстренько показать, как выглядят цветочки. Это и шалашисты. Вот она. Вот так вот выглядят ее цветочки. Хорошенькая такая, оригинальненькая, правда? Есть еще у Алинки шинорхисы, есть у Алинки скалопендры по хорошей цене на блоках. Вот, ну, я купила природного фала. Это Париши. Давно его хотела. И вот он у меня есть со здоровыми корнями в амхе. Пойдет жить на блок, я так думаю. Вот, спасибо, Алинушка, за эту радость жизни. Ничего лучшего мне не нужно, как иметь новые орхидейки. Вот как-то так. Есть большое количество у нее сейчас продажи бульбофилумов. На блоках есть в горшках. Ну, вот такие вот бульбаши есть, как же они называются, клавесии. Ну, это мой дендробиум, который я купила. Вот такой вот дендрик. Красивенький, правда, цветочек у него. Должен быть ароматным. Ну, посмотрим, как он приживется. Люблю дендробиумы. И, ну, дендробиумы нормально уживаются в моих условиях. Вот, что там еще есть? Там еще есть пафеопидилумы. Ну, в общем, очень большое количество разных фаленопсисов на любителя. Фаленопсисы я пока не покупаю, мне их достаточно. Поэтому меня интересуют пока только такие цветы. А кому интересно, заходите на ее страничку в Фейсбуке, пишите ей на Вайбер.
вам скинут и покажут все предложения. На этом все, друзья. До новых встреч. С вами была Марина, канал Орхидушки и мы. Пока-пока!